На данный момент нахожусь в Америке, в штате Нью-Джерси, в маленьком городе Кейп Мэй, такой маленький курортный городочек, в который съезжаются люди только на сезон, чтобы подзаработать денег. Я приехала в Америку по программе Work and Travel, это уже мой второй год здесь. В прошлом году, к сожалению, не было времени снимать видео и выкладывать вообще какую-либо информацию в интернет, но в этом году я решила, что, наверное, кто-то будет заинтересован послушать, может быть, кому-то смогу помочь какими-то советами и вообще показать, какая здесь жизнь, и как проходит лето студентов по Work and Travel. Сначала бы хотелось бы рассказать о том, как мы сюда прилетели, как мы начали работать. Мы летели немецкими авиалиниями, так как на данный момент, когда я проверяла, были самые дешевые билеты с Киева, это новый рейс Киев-Нью-Йорк, return ticket в две стороны, туда и обратно, стоил $450, но их очень быстро раскупили, очень многие поляки летели украинскими авиалиниями, потому что дешевле. Поэтому я и моя подружка решили полететь немецкими авиалиниями через Берлин. У нас была пересадка с Варшавы в Берлин, а потом в Берлине... Мы сели уже на прямой самолет до Нью-Йорка. Мы в Варшаве. Готовы вылетать. Нью-Йорк жди нас. Итак, мы не знаем, у нас не было весов, мы не знаем, что у нас будет с перевесками с чемоданами. Настя пытается взвесить свою сумку. 8 рублей. С контором для овощей. Вот так вот это делается. Мы уже в аэропорту. Приехали, значит, мы в Шопен аэропорт. У Ани, значит, чемодан 29 килограмма, можно только 23. Взяла мне, положила свои конфеты. Разбрасывали ее труселя лифчик. Разгрузили половину косметики и уже можно начинать. Сидим на чемоданах. Попиваем кофе. Вот наша регистрация началась. Летели авиалиниями Air Berlin и нашли очень хорошие билеты за $780 в две стороны, что когда я говорю американцам, что я прилетела за $240 с Европы в Америку, они не верят мне, потому что с East Coast на West Coast, с одного штата, допустим, с Нью-Джерси, в Калифорнию билет стоит $290, то есть намного дороже, чем с Европы долететь. Вот. И... Было смешно очень, потому что когда мы летели этим маленьким рейсом с Варшавы в Берлин. Ну что, летим в Берлин? Наш самолет задержали, нашли задержали из-за погодных условий, и весь самолет, который летел на Нью-Йорк, то есть, я не знаю, там около 1000 человек, наверное, может быть, немножко меньше, все ждали только нас двоих час, пока мы долетим до Берлина. Люди были немножко, конечно, злые, но, тем не менее, мы успели на свой самолет. В общем, наш самолет опаздывает, поэтому мы ждем час и, скорее всего, будем лететь другими авиалиниями. В общем, мы в самолете, в Нью-Йорк, бежали, потому что нас ждал самолет стоял. Бежали быстро-быстро-быстро самолет из Варшавы через 4 терминала. Вот, тут сейчас все хорошо, сейчас посмотрим видосы. Карточки будем летать теперь только так.